О, сюрприз. Никакого ты медвея, кольца. Под жопу босса встаньте, чтоб он был прохиливать нормально. Ну, кроме фонта, естественно. Лис прожим. Прохил рейд оперативный. Если чё, у нас два хила и дохилит. Походу. Чё, зайти на хил? Ну вообще это 4? Я не то открыл. Один хуй. Лес на ганке. Не надо ловушки тут как-то спойнули. Да, блин. Все, лес на ганке. А лес цепляй. Трэш появляется, а уехать прошу. Сзади хрен какой-то пришел. Слышь. Иди спать. Блять, ебучий мне кот на компе, я в рот ебал его, блять. Гнев отдавайте, запоминайте паладину под конец каста истребления, а не просто так. Ну, соответственно, когда трэш есть. Стоим тут. Леса, готовься стрелять. Один трэш на Джорада пошел. Так, а потом что нужно? Перезагрузить, да, игру? Да. Закинул потом, перезагружай игру. Да, да, да. Все, ребят, чай, я логнусь быстро. Давай. А потом что, просто его включить и все? Да, я должен включиться, ну сам поверишь. Закинул там, где аддон интерфейс называется папка. Ну это понятно. Не первый день играем. Да, я тоже дарил автоматом. Когда РЛ типа смотрит лут, тебе сразу выпрыгивает табличка. Так, а релогаться прям с игры, да, надо выходить? Да. Полностью с игры выйти. Расфигарьте кого, коженичество, расфигарьте собаку. Ну, у меня ножа нет. Так, я не могу, я еще вот этот ролик, который релогается, не обыскал. Угу, я понял. Ладно, нормально, все, пошли на топ-попузу. Все, я с вами гружусь. Каску обновите, пожалуйста, от него досталось.
Рога, обыщи собаку, которая лежит. Так. Спасибо. Все что-то жуют, блин. Чай или воды? Мастер, поставь пока креветки, пожалуйста. Да, поставлю. Тоже забагались. Блять, чё мы ждём? Релог ждём. Блять, шёл их парашу нахуй, блять. Ясно. Сам поставлю. Там у меня релог, мне релог везде. Тоже релог надо было прописать, да? Да. Так, сейчас посмотрю, что там у нас по ФДД. Почему мне медведь лагает, туда-сюда телепортируется. Так, призрачный. У меня тоже. Я стою на месте. Проверяю. Да, сейчас, секунду. Так, раз, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, да? Девять должно хватить. Как у вас все хилы под босс? А не облюемся там? Нет. Почему, блядь? Ну, для подстраховки шансунг выйдешь. Встань в метке какой-нибудь. Потому что стоять-то нам не сложно. Все, все зашли. А, призрачно ждем. Давай быстрее. Подходим, кто умирал, рыбу едим. Давай, быстрей. Надо подождать. Чек на готовность. Шейп. Угу, готов. Чет на пол. На пол вебинар. Ставь. Угу. Беру. Скоро. Ни в одной метке должны быть две споры, в двух метках. Две в РДД, одна в мили. Ринджу набрали. Угу. Ура. Шарпи выбеги. Ренджу набрали. Споры. Мосса выбегай. Царь обезьян выбегай. Ага. Окей. Ренджу набрали сразу.
что ли, забрал. Медовый хилинг. Про хил рейда. Спорами не сбегаемся, делаем босс. Весь прожимка есть? Угу. Давай. Так, кровь кому нужна? Плюс чат. Никому замечено. Спасибо тайному. Не за что. Ну, чё ты Джурадо плюсует? Просто так. Вдруг надо, блядь. Там пес вроде берётся. Знаете, не нужно, блядь. Релос не прокнул. Ребят, прохиливаем танка нормально, блядь. Дайте мне нашу мазду. Царь обезьян, бьем на ману. Я им нардал. Вау! Не упал, да? Нет. Я ж говорю, следующий только с личом. Нас попросит, пойдет. Войта, я тебя передамажил в говношмоте. И чё, как этим аддоном пользоваться? Выскочила табличка сейчас. Что-то выскочил на кровь. Ребят, минор апгрейд это типа на печеньку, только правильно? На геры идут. Это минор апгрейд, ага. Это только геры. Успех, понятно? Грид что такое? Распыл. Это ролл. Распыл. Ага, все понял. Ну, третий успех в это нету. Сейчас на кровь говорите, да? Третий успех. На тух, на гнилого идем. Мейн спек, оф спек. БОЕ. Давайте подбегаем босс. Продать ее, чтобы побольше было рыбки. Вау. Слушай, а вот если я эту палку сролю, а слеча упадет лучше, как быть? Так и как? Дотя сказал, что ты ее заберешь. Вот это вопрос. А чего тут жать вообще надо? Мейн спек, если надо. Мейн спек уходит за фулл ГП. Офф спек уходит, ну, соответственно, если тебе на мейн спек, соответственно, ты жмешь мейн спек. Забираешь ее за фулл ГП. Если ты на офф спек, если у тебя есть второй спек, соответственно, нажимаешь на офф спек, забираешь за 50%. 10, понятно. Давай, Войт, подбегай. Мастер Армс дамажит по кукле. Какой кукле? Ну вот я сейчас ДПС посмотрел, прям нормально. Да Армс это топочки в соло-шаге. Пока нету фуристапа. И может даже после. Не может, а так и есть. Так. Ну что не так с килами? Вот такой вот на скин. Я никогда не хилил, блядь. Я был всегда в жопе мира, блядь. Чек, что-то не так. На пол на Элинар, соответственно, все под боссом, хант, как можно ближе держишься. Все готовы, чё-то на пол. Соответственно, когда убьёт, перебегаете за спину. Не забываем.
Халипала, ты можешь не диспелить? Такой придется, сука, делать стальные профы на ретрика. Готовимся отбегать. Отбежали. Не в лужу отбегаем, блядь. Короче, за меня сейчас зайдет чел, вот, он сделает кап. А там какой квест, кстати, недельный сегодня? Не знаю. Манзай, что-то ты сдулся после того. Ребята, что у вас там? Кто-то он сдуется, потому что он Арамс, а не Фурик. А, ребята, Фурик, у вас там кто-то... Что? Кому-то профа надо закрыть, могу поменяться. Ну, на профа. Все уже давно закрыты, бля, чё вы парите? Я не закрыт, примерно. У меня на сове не закрыт. Кого не закрыт, соответственно, те в районе. В бою, погоди, вот. Сорян, чё-то проебался. Что, никто не ролил печать? Ага. Кольцо никто не ролил? Пиздец. Ну, можете мне отдать, если так, чисто на халяву. На халяву такого хуйни не будет. 10%. То вы хотите рыбку съесть? У меня нет безымчанки. На память. У меня есть на маге. Куда вы пошли? На автомате. Куда вы пошли, блядь? В обмен кинешь, мастер, я здесь. Пособираю на холд. Заходим. Заходим, 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 быстрее. Че, перекур до профа? Давай. Пол постка. Перед кровавым. Собьем. Побить. Я как приехал, так и не курил. Терпи. Тебе вознаградится, нахуй. Колбой, блядь. А, ты так-то будешь рассказывать. Зачем? Я могу поспорить, что много, не знаю.
Ну, могли бы спросить, будет вайп и трейд, будет получать ГП. Лечу, блядь, более 8 лет, нахуй. Тактики на проф можно более было. 10. Ну, более 10, я ж тебе говорю. Может быть, более 12. Какие 12? За 2009 года. 150 лет лечу, если что. Так что, надо было говорить, оговаривать. Можно было посмотреть мувики. Можно было почитать тактику. Я вам могу только сказать, мы бьем под зеленой колбой. Вот и все. Можно рибаф, ханту, касочку, там, лапку. Рыбу ставлю. РДТ в красный зоне. Он в красной мягкой силами. Зашел, нет. Алиса? Нет, пока. Алиса, ты что, сама сосать не умеешь? Боже. Фу. Че ты до этого в десятке делал? Ты не ходила в десятку, потом да, на кухне не сидела, наверное. Вот проблема? Это проблема БДК танков, они всегда мейны. Так проблема-то не в этом, блядь. Собрались в десятку, пошла на этот ДКшником, нахуй, посидела. А к тому последний раз собирались в десятку, блядь. С пугами иди. В чем проблема? Смотри видосики. С пугами можно, блядь, нет. Поговорить, можно, блядь, собраться, нахуй. Это не в чем. С пугами доходишь до этого. До профа и все, расход. Смотря какие пуги. Не, сколько один на профа даже не заглядывали. Не, ну я так-то тактики знаю, но вообще говорю. Уходил тут на профа даже не поздороваться не заходил. Десятка была, когда у нас воскресенье, блядь. Прошлое. Воскресенье 20-ка была. А чё он говорит, чё не заходит? Лис. Не знаю, куда точить, сука, ушел. Сказал 3 минуты, ну, давай. Прошло уже 4. Ну давай перекур тогда перед профом. Не будем мы сосать кидать, ну. Он заходит. Ну заебись. Есть всегда волшебные слова, ну. Он в Дисе, нет? Ну, не в гильдейском, но переписывать с ним в Дисе, навряд ли у нас. У него есть наш Дис, если что, скинете. Ну хорошо, посмотрим, как он сделает. Ну, блять, это наряд... танк из Illusion of Allah. И что? Да, и что? Ой, ебать, пиздец. Так, ладно, он короче, стопнули фул, давай, пусть заходит. Как пусть зайдет, скажи, чтобы плюс чат написал. Далее, тут мы этот мейн танк, это будет паладин у вас сейчас. Соответственно, мидвей. Нам фул весь мидвей, очень жесткий на пол. 10, понятно. Сигнал бы уже давно прошел, переклинил за это время. Ну, меня выкинуло, и поэтому он, походу, зашел уже. Нет. Нет. Он уже пароль ты меняет. На а вот теперь зашел. Нашел. Чек на готовность. Ну, Джурад, ты вкачан баффет? А, да. Я буду хотить и... Соответственно, хотишь чушку. Так, все подтвердили. Ты чё, Алиса квест купила, что ли? Отчет на пол. Спорим, что свайпаться будем? Да, завязывай. Нет, я знаю почему. Ну, а, блин. Там грань не одел. Не одел грань? Или да? Одел? Просто, значит, убиваем и все. Ну это хуйня. Блять, Алиса спросила у него там. Одел он грань или нет? Надо было в Дискорд его загнать. Я ему написал еще там. Блять, зашли и называется квест поделать. По зеленому. Блять, процентаж не было. Что он делает?
спорим, он сейчас прожмет квест. Так. Ой, ей придется заходить на. У нас ну что, маг умер, как он умер? От взрыва. У красного, да, вливаемся? Нет, льем, когда выберется. РДД пока вливает. РДД льем по красному. Перечисли. Он не замедляет, блин. Замедлить. Побежали. Цель красного надо захиливать. Ну тут турбойся без вариантов надо поднимать. Турбо поднимай, Джурадо. Пельмей. Шейка. Мага пробафали сразу. Готовимся по зеленому. Играют все по зеленому. По зеленому. Блять. Пельмень. Пельмень. Ревостный прокнул. Кто там, анкил у них? Пока играем. Почему часть Раида стоит слева? Мень. Колбы не словите. Красного РДД. По красному играем. Там что-то бешеный какой, чё, не кинули меня ещё. Так, минус 3. Можем все. Так, Лисон, шли нет, его нет, нахуй. Нет, не надо такой квест. Захожу. Ты хочешь зайти за ее да. ДК? Зайди, я могу зайти за ее ДК, если она не пикает, конечно. Шарпи говорит это. Может не в хила спекнуться здесь, что-то как-то про. Давай, в хила как-то спекать. Могу зайти за Шарпи. Заходи за Шарпи за нее. Делай, блядь, ей квест нахуй этих иллюжинов. Пизду. Говно, блядь, он не гильдия, нахуй. Это не Шарпи был. Еще раз, ник, кто это говорил в Дискорде? Кто это говорил, что надо жить? Зеленый говорит. Алиса, скинь зеленому бабу, пожалуйста, в личку. Ну, а он зайдет сейчас и сделает тебе квест. А давай пятого хила замутим, бо, блядь, 4 притак, да, горит? Пятый хил уже будет. А чё я сделал? Сука, вот я даун. Чё? Я прошел ссылка на первый этаж, нажал, блядь, порт Даларан. Охуеть. А ты умеешь, могёшь, силён. По привычке, да, после профи? Как обычно. Вроде не паладин. Вот не надо сейчас про паладина. Кто ты флот, пожалуйста? Ты скинул ему, нет? Алиса, ты отвечаешь или нет? Я только его дис нашла, бля. Ну так отвечай. В чем проблема-то? Дис найти и ответить. Или у тебя на кнопку стоит? Если на кнопку, я еще пойму. Все, сейчас. Давай, заходи. Короче, у меня в грани и в штанах камни, вот, короче, штаны рандомные какие-то. Ну что надо переставлять, блять, камни так, чтобы нахуй. А есть у кого это ремонт? Да, Джис поставил справа от рыбы. Слышал, есть у кого лимон? А, суманики у него. Я что-то на автомате задумался, заходить за Алису или нет, блядь. Тут бас нахуй портал. Да, уже да. Понял, когда начал грузиться, нахуй. И так хуёво по ДПС сейчас. Да не, нормально. Не, ДПС нормальный, потому что он за первого слизня улетает. Не, ну второй слизень вышел, как всегда. Можно поднажать вот это. Второй не вышел?
не вышел, вышел. Второй добежал. Ну что за меня с этим вот вообще, я не понимаю. Сейчас, подождите, я так, сейчас баба, зайду. Баба, я зайду, зайду. Сейчас нет, бабл зайдет. Проблемка с аддонами будет. Надо их отключить по фасту. Ясно, я вас понял. Если что, без меня. Если умру, где-то. Так. Завязывай. Я себе аддон отключу. Так, Шреддер, отдай мне протоауру. Или на ком прото, блядь, отдали мне прото. Отлично. Так, зашел. Грань одену. Одевай грань там. Чек на готовность. Давай быстрее там, одевай что-то. Что-то каких-то бафов не хватает. Что у тебя? Какая каски не хватает? Каск. Что у тебя где-то? Посмотри, открой на персонажа своего. Грань и штаны другие. Где? Я не вижу. Да, открыто. На бинаре, вот я прыгаю. Все, вижу. Все. Подождите, я проценты поставлю хотя бы. Это шансон. Смотри, это на красную слизняка шил кидай. Слово силы щит я кинул, там тело и душа, все такое, быстрее побежи. Чек на готовность. Угу, понял. Кулаки не раздали, или их не будет? Кулаки не раздали, ребят. Блядь. Ушли на перекур. 5 минус есть. Дальше будет перекурчик перед лечом. Бабл, как раз настроишь все там как надо. Окей. У меня, кстати, бартендер, там может вообще ничего не быть у тебя на панелях. Вот. Поэтому, кстати, да я понял, я бартендер отключил. Нормально, все есть. Толпы, все это есть. Вот я не помню, от красного вот это, что трупом прикинуться или отпрыгнуть, ничего не спасает, да? Нет. Не, ничего не спасает. Ты от него просто убегаешь и все. Ты от него убегаешь, тебя прохиливают. Все как бы. Это я в курсе, просто думал, там отрыв, не отрыв, вот это, прикинуться трупом. Отрыв ты можешь заюзать, если он к тебе подбегает близко, чтобы оторваться от него, соответственно, набрать ренджу. Я к тому, что спросил, что он работает или нет, а то прожмешь, понадеешься, а он хер. Не, отрыв-то что, он не будет работать. Он сейчас скилл как бы работает, все. Просто прикинуться трубом, вся таргет не слезет. А если слезет с тебя таргет даже, то он будет взрыв слизню как оставать, блядь. Считай вайп. Просто на этом серве один, ну, вот один раз этот на профи был. Вот на X2. На X10 был, как по руве. Нормально все было. Тут много таких мелочей по добавлению, которых на X10 тупо не было. Да здесь вообще много всякого нового говна, блядь. Поэтому я говорю, вроде играл, вроде все знаю, а вроде вот по мелочи что-то и не знаю. Также и говорю, как вот эту Синдру убивали на X10. Там когда две метки на рейд кидают, один тупо офался, короче, и все. Чтобы не париться, сразу Alt F4. И после трупа, если ты в рейде, как бы все равно заходишь, ты шмот видишь. Вот такая херня была. Я здесь все вроде как так. Не знаю, на личе еще здесь не было, блядь, нет. И все. Ничего не отличается. По тактике все то же самое. Как и везде. Еду, а помню. Еще, кстати, печеньки мне нахуй не нужны. Хорошо, я за твой аккаунт не собираюсь, Роли.
А кто там на ханта печеньку тащил? Она нужная, нет? Ну да, прихватит там. Там. Вот. Ну, ладно, да. Сука, и выбрали, выбрали самого нудного босса на этот квест. Самый нудный босс это Груль в Хэмми. Не Груль, а король. Самый нудный босс проходил вчера. Не, я имею в виду СЛК. Самый нудный, это ж просто. Ну, он достаточно динамичный, я бы сказал. Самый нудный, мне кажется, Сурфан. А кто вообще, не знаю, Сурфан как-то вообще никогда не напрягал. Самый нудный это корабли. Корабли, да, да, вот, кстати, можно сказать, корабли тоже нужны. Туда есть, сюда и прыгаешь, и прыгаешь. Корабли и Валин, наверное, вот самый-то. Сколько раз были нудные, самый легкий босс это Лич. Самый нудный босс это Валя вообще. Сколько раз был на кораблях, ни разу не перепрыгивал. Я или в танке на корабле, или РДД, или в пушке. Ну, ни разу на корабль на другой не прыгал. А кто это говорит? Сегодня первый раз прыгал. Хан призрачный. Нет, я сегодня тоже не прыгал. Тупо стоял, бил тех, кто на корабле. Ай, молодец. Вот ГП тебе. Мне сказали не прыгать, я не прыгал. Чек на готовность. На изготовку бабла где? Турбо тут. Все готовы, отчет на пол. Грань одень, блин. Что делаешь? Лужа. Да ёханый. Вообще пипец, там умер. Коли помню, по сальву. По зеленому играем уже. Красный появляется, доты накиньте. Доты накинули? Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Пошли по красному играть. Пельмени. Лога, ты чё ди... Говоришь, все так, да? Я замедлил его, если чё. А, нитрон, замедлил ты или нет? Это помидоринка в него сбежал. А чё это было? Кто-то тупо на него побежал? Да. Ну, помидоринка на нем был, и он, короче, ГП. В него прям... Разве на такое ГП не даю? Ну ё-моё, в натуре, чё, блин. Блять, крикнули рога, я аж обосрался, сука. Вырос, беги, называется. Лопни тебе лишний флот. Масрез, давай. Я не могу ГП начислять. А ты уже рад, да? Ох, прости ты или нет. А я жестко там наказываю, рыбу едим.
Я надеюсь, что мне мне ГП дали. Нет, тебе, Алис, тебе. Алис, плюс 600 ГП тебе. А чё, нормально слизняк, с ракет дамажит, да? Или кому сколько ХП есть, только и влетает? Сколько ХП есть, только и влетает. Ты что, не, он 60 тонн дамажит, но там резистность. Чек на готовность. У меня 37 влетело. Кушаем еду быстрее. Кулаки был? А, вот всё. Бафаем, бафаем, бафаем. Селиста баф. Я оставил. ДК еще добегает шарки. Это баночки на ману ни у кого нет. Есть. Кому три? Белода справим. ДК добежал, баф подался. Бафнули ДК быстро. Кушай, люди. Может кушать. Чек на готовность. Все готовы, чек на пол. Личные новости, народ. Начинаем совершенствовать танчевые, которые уничтожит весь Азерот. Слушай, уходим. Оперативнее, слушай, уходим. Мне что-то там по урейду упал. Не? Почти упал. По зеленому. Пей, 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 пей лужу. Одну выпиваешь, одну оставляешь. Появляется новый этот, как его, допиваешь. Замедлишь после заморозки. Почти перевели. РДД по красному. Бьем красную. Пельмени. Пельмени. Все играют по красному. Ребят, блять. Помидоринка, тоже играешь по красному. Главное, чтобы не цель выбрала. Кого бы главное не поймайте, блядь. По зеленому готовьтесь играть. По зеленому. Пельмень. Еще он тут блинком. Он сдох, его не захил. Я прогнал, блин. Кого бы главное не цепанить. Пельмень. По красному РДД, по красному милиш. Рада, бегай, бегай. На тоненького бабу собрал.
Да, а все под контролем. Сори за лужу, ребят. Не допил. Вот там зато смотрите, расскажем. Смотрите, сейчас колбы будет, не словите, блядь. Рамиля, дай интер, пожалуйста, Рамиль. Да. По зеленому. Рома где-то очень далеко, не могу. Запивай лужу. О, блядь, сейчас проебу колбы, колбы проебу. Отошли, 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 отошли. Допивай центральную. Дайте им на ману кто-нибудь. Допивай, 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 допивай. Пресвятый пельмень. По красному. По красному все играют, быстрее. Ты заюзал? Нет, еще. Сколько уже не знаю. Ты рада ходаешь, куплю? Блять. Конечно, постоянно. Да вижу, вижу. Надеюсь, не нет. Ай, короче, квест. Имей. Лужик. Вот накосячил, блядь, сука. Тори не заметил. Ну, квест юзнул. Нормально, потом. Нормально, нормально, прохил рейд. Давай лужик. Я сейвлю. Здесь Рагана заметно замедляю. Пельмей. Колба сейчас будет там на центре, блядь. Колба не схватите. Красный. 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 Сори, Боб. Беги, беги, беги. Пельмени. Главное лучше долей. Сколько там, на 40% или на 35%? 35%. Доливай, 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 доливай. Ага, отлично. Лужи допивай. Допивай, да, сейчас еще будет. Что, мне поднимать кого-нибудь? Надо, не надо, потом? Пока нет. Допивай лужи по максимуму. Блять, колба. Сука, отошли. Пельмени ушли. Дал просейф на всякий случай. Шансу нас бейтесь, алло. Не, допей лужу, блядь. Вах. А, меня никто не хотел сбежать. Блядь, и колба. Супер. Обезьян, гейм хп, если есть. Ебать. Не откинуло в лужу рядом. Да я хуйню натворил, еще КП 74. Бля. Бегли. Еще ложимся, может попробуем. Ну, лежат. Бегли. Два хила лежат. Два хила лежат, ты понимаешь? Нет, БРа нету. Так три есть. Три есть. Красный вылез. Легли. А может попробовать добить? Блять, легли! Не успел делать. Может попробуем добить, может попробуем добить. Сказал легли, значит легли. Так, сейчас добегу. Зеленый бабл, что-то у тебя там сложно куплен. Нормально же все. Нет. Все замедленно. Слишком много лужи. Ты там конешь? Ну, давай поставь конечно. У
Не, ну если честно, мы его чуть два раза не вайпнулись из-за того, что красного не зря. Вот если бы у меня шилд не был качан на ускорение, это был бы лайк. Нет, я боб мог блокнуть. Говорят, что боб не спасает, привыкай уже спасает. Присумоните меня, в Долоран слетаю, починюсь. Внизу, починиться. Быстрее добегай. Блять, вы не можете покинуть тело и пойти нахуй через первый этаж починиться? Еще надо в Долоран летать. Не, я пошел. Шейпер не тот, у тебя хилбот. Вот так вот. Не хилбот, а... От этого места хэпало не изменилось. Да не так с хэпалом. Что на хилю в два раза меньше шамана, блять. Ну и что? Я могу сделать с этим? Нет, нормально, похилит. Давай возьмем, блядь, ту хлопузу, где на первом месте был центрить. Так давайте что не надо, пожалуйста. Давайте вызвешите. Ты на мох, мах. Кто лежит? Интересный уже. Эти разговоры бесполезные, ахилла. Я не знаю, зачем этот чувак начал это. У вас все, блядь, разговоры бесполезные, нахуй. Потом оказывается, что нас что-то не хватает, блядь. Мы вайпаемся. То, что цель не захиливает их... То, что цель, которая убегает маг, вы не захиливаете хилы. Вы все 4 лба, 5 вас хилы выдал. Да вы должны все какую-то хуйню кинуть на человека, который бежит со слизнем, с красным, с зеленым. Что омоложение, что быстрее, что щиток, что обновление, что молитва и что свет небес начать. Если так, блядь... Свет небес кастуется постоянно, частица хоть... души на нем висит, на этом человеке. Я еще раз говорю, еще один человек с меткой слизня красного или зеленого падает, все 5 хилов пизда вам просто. Хилите метку. Метка не должна падать. Не должен слизень выбирать заново цель. Дай на маг что, вылетел? А можно мне обратно спекнуться? Просто я все дал, и он все равно... Значит, с флешкой захиливал. Значит, света небес не было. Какой свет небес? Я при... Свет небес 555к хп нахилил, значит, был. Просто паладин должен по таргету хилить, блин, а он этого не делает. Я делаю это. Алло, в смысле не делаю? Успокойся. На человеке со слизняком висит, если ты не замечаешь, не надо. Посиди в муте, пожалуйста. Делает, не делает, разница не в этом. Разница в том, что, блядь, он одевает 24 бесполезно. Это раз. Ну, мастер, успокоились. Я сейчас будем думать, нахуй. Не будем. Не одевается в винту. Все, проблемы нет. Тайномаг что-то входит или нет? Нет, бери замену нахуй. С тайномага, блин. Дейбеттер тут. Блять, лага. Шейпер, пиши пусечу. Ну, шпешку тут нужен. Вместо кого? Дживани тут. Там Дживани. Вместо тайномага. Давай Дживани возьмем. Дживани, да. Ставьте шкаф. А что на этом волос? Чё? Далее куда пойдешь? Тыкаем, смотри. Так, Джованни в ШП, да? Да. А, это стоять, не принимай. Не принял? Ребят, сори, не. Джованни, не принимай. Ага. Да. Ты на маг уже на замену кинули, нет? Давай быстрее, заходи.
Вовремя зашел, иначе был бы на змею. А, что начнем ГП накидывать, да? Я что начнем, может давно должно было взять? Я уже накидываю. Грузишься, нет? Да, уже прогружаюсь. Не с... так. Прогрузился? Лес даю. А, тут, блядь, суммоним. Тыкни. Значит так. Рыбу еще раз поставил, кушать. Да, продал. Тут баф надо. Чек на готовность. На пол на Void Defender. Прота по хантам можно? Есть, нету? Нету прота. У вас ДЦ есть, нормально все. Где луку накрывать? Царь обезьян тут. Да, я ману открывал после баф. Готов? Готов. Иди пей куклу. Сейчас надо куклу пей. Дайте каску. А, все вижу, все. Отличные новости, народ. Блядь. Слушай, уходим оперативнее. Должно откинуть, блядь, КРДД, ребят. Хуже. Занят. РТД в красного играем. Милишники по красному. Пельмень. Колбу смотри. Отводи. Бомбы не ловите. Бежите прямо на бомбу, ёб твою мать. Это пельмень чернокнижник. Два пельмени ваншот. По зеленому. Блять, колба. Расфакал. Пельмень. Блять, вот это хуёво ты сделал. Никогда я так думал, не забил. Хуёво это были колбы, нахуй, так-то помню.
колбок кровь. Отводи, отводи 5 секунд. Рано! Бля! Сейчас, блядь, красный будет. По красному. Бабл. Нету бабл. Тогда стой. Надо его. Петлю. Мне надо было бегать. Пельмень. Готовимся по зитонам. По зитонам играем. И что я в тех попал? Пельмень. Будешь после красного еще раз лежать. По красному играем. Пельмень. Подмень. Инер, но не буду стоять. По зеленому. Полгу. Пельмени. Сколько будет? Аккуратно. Сейчас красный, да? Да. Да. Ты замерзли. Куда девается рага? У этого. Было в 70, сейчас стало 3. Ребят, я на месте завис, не могу. Это кто? Кого? Старый обезьян, он просто на одной точке залип. Кручусь. Это кто залип, блядь? Старый обезьян. Кого поднимать? Дурада, БЛ холипала. Стопните по боссу, стопните по боссу, сука. 2%, не переводите. Убейте зеленого под. Все, ответ. То, играйте в босс. Отводи. Колбы, блядь, пей уже. Отводи. Переводите на 4 секунды. Пельмень. Угу. Допиваю как можно больше. Успел выйти красный, нет? Нет. Нет. Да, как залейте ману шансом. Шейпер, есть тотем на ману? Нету. Хиль есть. Хиль хулипал. Просто оверхилом секондера. Бабл на 4 стаках забираешь, не забудь. И. Колба. Лужа. Забирай. 400 забирай. Сейчас выйдет. Пельмени. Пельмень. Выводи, выводи. Старый обезьян, зачитай на хп. Снимай, делай.
Войди сюда. Угу. Опиши 2 минуты. Алисе, не давайте диван, пожалуйста. Не буду, а то у нее квест там может зарыть. Я заберу пельмени. Забирай обратно, воет. Или кто там танчик. Ну, нормально. На четвертом заберет. Надо процентов больше ДПС даем. Как поводи на 5. Ну еб твою мать. Да он на колбах сдох, это вообще. Так, тихо, нужен человек, который потанчит босса. ШВ, бабу. Да, у меня 400 стака будет, надо быстро забрать. Хиль тереть. Блять, ну нахуя вот он? Зачем ты-то унтишь там? Ну, а что ты делаешь? Я пушки кидаю. Нахуя ты их кидаешь? А я 5-й стак не забрал, алё. У меня 4 стака, смотри, скрин могу делать. Зачем ты ЛПшки кидаешь? У тебя голова есть? Нет, это не он. Шарпи забрал на себя. Это Шарпи, хотел... я забрал. Блять, ну вот нахуя? Повел через корпус. Блять, вот... Пиздец, я охуею нахуй. Сейчас никакого, вообще, квеста, блять, вообще не будем делать. Меня вот заебывает вот эта нахуй самодеятельность. ДПС-те, ёпта. Нет, начинаем хуйней маяться. Ну, я вам скажу больше, вы все равно его не убили. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но эти холи паладин, это вообще пиздец. И все, так я играю дальше в хуйню шмот, нахуй. Будешь вообще никогда смотреть. Если чего, у него половины чарок нет. Больше половины. Так, успокойтесь. Сколько мы еще квест будем делать, драйв? Скажите, пожалуйста. Последний. Последний драйв.